Следующая пародия, следующая уже не имеет никакого предисловия, не нуждается в нем, поскольку написана она на самого, наверное, знаменитого в русскоязычной поэзии поэта, включая Пушкина, исключая, может быть, только Николая Добронравова, это Роберт Рождественский. Может, это прозвучит резко, может, это прозвучит дерзко, но в театр я хожу редко, а таганку и люблю с детства. Вспоминается тот такой казус, вспоминается тот такой случай. Подхожу я как-то раз к кассе, эдак скромно, как по-простой слуцкий. Я говорю, преодолев робость, а на народищу кругом пропасть, мол, поскольку это я, Роберт, то нельзя ли получить пропуск? А кассир у них точь-в-точь робот, смотрит так, что прямо дрожь сводит. Ну, что с того, что ты, Роберт, тут до черта вас таких ходит? Вот же, думаю себе, дурни, а в толпе уже глухой ропот. Да сейчас любой олень в тундре объяснит вам, кто такой Роберт. В мире нет еще такой стройки, в мире нет еще такой плавки, чтобы я ей не посвятил строчки, чтобы я ей не уделил главки. Можно Лермонтова знать плохо. Можно Фета пролистать вкратце, можно вовсе не читать Блока, но всему же есть предел, братцы. Но меня, чтобы я не стал драться, попроводили до дверей группой. Я таганку и люблю. Братцы, не хороший там народ, грубый.